Мур, привет, друг, это Зверько, и новостное обновление 1.5.48. Пакита уже вышел, скоро будет гайд на него, а пока напиши в комментариях, как тебе герой. Бэйн. Разработчики сообщают, что хотят отбалансировать Бэйна и придать ему гибкости в тактике, чтобы была возможность, используя разные билды, по-разному его применять. Например, билд «Физический урон» делает ставку на первом навыке и автоатаке, а билд в «Магическую силу», цитирую, «чтобы постоянно входить и выходить из поля битвы», что бы это ни значило. Итак, пассивку перебалансили на урон в более позднюю игру. Первый навык – сократили время перезарядки. Также увеличили бонус от физической атаки. Второй навык – увеличили перезарядку, усилили ускорение бега. Ускорение бега было 25%, а будет 50%, но снижается до 25% через секунду. Также сменили 100% бонуса физатаки на 120% магической силы – ульта. Теперь будет наносить магический урон. Увеличили базовый урон и изменили бонус к урону. Было 160% физической атаки, а теперь смешанный 100% физической атаки и 200% магической силы. В целом, Бэйна можно будет собирать в мага с более мощным отхилом и со всеми сопутствующими статусами. Горение, антихил и так далее. Но пострадает все-таки атака с руки. С другой стороны, вариативность – это все же хорошо. Бардс. Здесь разработчики решили уменьшить урон при билде в защиту. И наоборот добавить урон при билде в дамаг дилера. Пассивка. Общий бонус к здоровью от заряженной атаки уменьшен с 4 до 3%. Увеличили физический бонус заряженной атаки до 140%. Увеличили бонус к защите. Первый навык. Уменьшили бонус к урону от ХП. И увеличили бонус физической атаки для поджога. На этом все. Вот такой коротенький выпуск. И если ты подпишешься на канал, то не пропустишь гайд на Пакита. Удачных боев, друг! Тупый яд, но так ушел, мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что любовь.